Мы воюем за наши земли, а у них там в основном наемники, турецкие наемники, пакистанские наемники и наемники от ИГИЛ тоже в этом числе. Так что есть разница, когда воюешь за свою землю, а они просто за деньги воюют. Сюда стреляют, да? Да, иди сюда. Часто вас обстреливают? Да. Всегда. Отвечаете? Когда они стреляют, мы тоже их отвечаем, да. Но первым они стреляют. Всегда. Ну, мы обороняемся, парни все готовы, мы на 100% готовы, даем отпор и будем идти до конца. Армянский народ никогда не сломать, никогда, это должны знать и турки, и азербайджанцы. И весь мир должен, да, знать. Нет, не здесь, а там.